Привет, ребята, с вами я, как всегда, Джокер Плей, и сегодня мы будем играть в игру под названием Tom Gold Run, что в переводе «Том за золотом». Сейчас оно загрузится, мы введем свой год рождения и будем играть. Так, вот. Так, у меня год рождения 2011-й. Погнали. Так, я сейчас прикручу. Угу. Это у нас такое мини-обучение. Все, теперь у нас обучение закончилось. Мы можем играть. Давайте сегодня мы разблокируем Анжелу. А уже в следующей серии мы разблокируем ту собаку. 150 монеток. Угу. Так, давайте я вот так сделаю. Ну и не забывайте, как всегда, подписываться и ставить лайки. Потому что я уже буду завтра снимать ролик по Geometry Dash. А потом после Geometry Dash, по-моему, по Бравлу буду снимать или по Том за золотом. А мы уже почти добегли до 1000 метров или чего-то. Вот. И самолетик. Давайте все монетки собирать, чтобы больше было денежек прокачивать наш дом. Так, еще монетки. Х2. А, ну нам это только на один Х добавилось. Давайте еще возьмем. Ну, самолетик, он это сейф. Можно и не разбиться, а просто собирать монеты. И все. А. Рано. Если хотите, я вам напоминаю, под роликом вы можете написать свою игру. И я, конечно, поиграю в эту игру. Скоро уже закончится у нас. Так, давайте до проигрыша уже дойдем. А, ну вот проигрыш. Все. Все, вот наш рекорд. 3261. И вот прокачиваем. Сначала басик. Конечно же, как без бассейна в такую жару. Уже скоро лето. И всех с наступающими каникулами. Уже с будущими. Ну, мы еще 2 дня учимся, в четверг и пятницу. Там конкурсы какие-то у нас в школе. И если хотите, напишите в комментариях, в какой класс вы переходите. Вот я лично в 4-й. Сейчас я вот это все прокачу. И вот это все, бассейн этот. И потом будем играть. Нету денег. И давайте уже начнем собирать наши денежки. Ну, золото. Вот так. А что тут тракторы ездят? Две! Так, вот почему там показано трактор, вот. Если тут не ездит трактор, или просто это машина. Ой, первый сейф за сегодня.
Все, я побил свой рекорд. Я как будто я и не заметил. Может, мы разблокируем Анжелу в следующей серии. Если, конечно, получится. О, скейт! Ну что, давайте зайдем в этот портал. О! Так, шлем. В смысле? Ну, ладно. Вот. Опа. Теперь вот такие. О. Опа. Так, сейчас будет мертвая петля. О. Плюс 100. Это как бег по поездам, только еще тут на скейте, только и еще этот том. И собираем эти все монетки. Так. У нас уже 700 монет. Х2. Как вы могли заметить, у меня уже 7-й уровень. Так, собираем. У нас Х2 денежки уже. Еще Х2. Кто знает, зачем вот эти иксы? Кто знает, вы можете еще написать что-то в комменты. Ладно, не буду томить. Давайте сейчас я, когда уже проиграю, я вас позову. Ребят, я уже на этом. Давайте я проиграю. И давайте еще немного монет соберем и будем уже умирать. Потому что нам надо разблокировать Анжелу. Вот это. И что же это будет? А. Тут еще вот такие монеты. Сложно как-то, по моему мнению. Рогатка. Ладно. Ну вот, все. Так. Сейчас мы будем прокачивать дом и мы уже будем потом играть за Анжелу. Так, давайте сначала будем его этот сейф открывать, вскрыть. А, это за 5. О, бесплатно. Ну, ничего интересного. Что с ним? А. Все. Теперь мы будем прокачивать дом, конечно же, за рекламу.
Вот, за 100. Теперь у нас 8. Да все, последнюю рекламу и все. Все, последнее. Мы открыли Анжелу. Все, наконец-то мы открыли Анжелу. Так, давайте пока построим, что мы хоть можем. И уже в следующей серии мы поиграем за Анжелу и потом будем обустраивать дом. Ну, потом яхту мы будем обустраивать, потом мы вот эту, потом вон ту собаку откроем. И все, последний раз. Все, у нас 15 множителей очков. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться. Ну и с вами был Joker Play. Всем пока-пока.